Привет! Привет! Мы когда в гостях у Олеси и Егора. Еще мы будем делать тортик, да. Тортик из рулет и мороженого. Мороженый тортик, что ли? Да. Торт мороженое? Да. А что у вас для этого есть? У нас и мороженое, и рулеты. И Алиса. Да. Да? Без Алисы же никуда. И ложка? А что ты ложкой будешь делать? А мы потом его еще будем мороженое есть. Ну, давайте. Да. Ну, что ж, сначала берем вот эту вот громадину. Вот эту вот посуду. Чашку. Да, чашку. Это чашка называется. И выкладываем рулеты вот так вот. Алиса, стой, помогай. Алиса, помогай. А стой, неправильно. Ну, а ты подавай, Алиса, а Егор будет делать, да? Так, молодец. Алиса хорошо подает Егору, да? Ну, это умничка. Надеюсь, что он еще рулет останется, чтобы поесть мне. Так, смотрите по пути, там кекс не скушайте. Да, я не скушаю, мне сейчас главное мороженое. Главное мороженое? Так, Алиса, ты считаешь, сколько ты Егору подала уже кексиков? Раз, два, три. Алиса, ну-ка посчитай, шесть. Сколько там кексиков шесть. Уже? Шесть. Шесть, ты посчитала? Да. Она у нас так быстро научилась уже считать. Вот так вот. Короче, типа. Да у вас так. Что, будет все, что ли, в кексах? Нет, еще в мороженое. А в мороженое еще будет? Да. А мороженое какое у вас? Шоколадное? Да. Чуть-чуть по цвету. Да, чуть-чуть по цвету, как я любила с собой. Как ты любила? Да. Алиса любит шоколадное мороженое? Да. А белый я не люблю. Белый ты не любишь? Нет. Почему? Потому что в мешочке оно какое-то не очень. Какое-то оно не очень? А шоколадное очень? Да. Ну ладно. Ты вообще шоколад у нас много любишь, да? Да. Да. Ну что, теперь заливаем мороженое. Не, супер. Тут что, поменьше и побольше. Ну что-то у вас там интересное сооружение получилось. Теперь что, заливаем мороженое. Давай. Я хочу тоже. Тоже хочешь? Ну бери свою ложечку и накладывай. Только сядь. Алиса, пристань. Так, вот. Егор, пододвинь к ней мороженое. А то у вас руки крест-накрест, и вы сейчас друг друга повымазываете в этом мороженое. Да? Угу. О, ничего себе. Мне кажется, то, что будет проще все вылить. Ну, выливай. Ну, только не разлей. Угу. Потому что ложкой вы будете до вечера. И оно уже растает. Так, ну-ка хватит мороженое кушать. Вы же делаете торт мороженое, а то вам не останется. Папа тоже хочет торт мороженое попробовать, а вы сейчас съедите все мороженое. Так. О, мороженое полилось. Ну и ложкой, наверное. Так, давай я подержу, а ты ложкой туда выкладывай. Егор, ну помогай. Так. Опа! И огромный кусочек. И все, и выливаем, да? Да. Папа тоже принял участие. Значит, я тоже буду кушать торт шоколадный. Слишком много уже. О, красота какая. Так, хватит кушать. Так, теперь надо торт мороженое делать. Теперь нужно сделать его ровным. Ну, делайте ровным. Так. Ну-ка, дети. Хватит мороженое кушать, а то у нас торт не получится. Мы его ровно. О, Егор, смотри у Алисы. Возьми пальцем убери. Ой, Алиса у нас какая. Это ты специально сделала, чтобы больше мороженого съесть, да? Да? Алиса с себя мороженое съедает. Ложечкой. Вот давайте, смотрите, ребятки, как Алиса с себя мороженое съедает. Не с тарелочки это. Так, вы же еще не сделали торт мороженое, почему вы его уже едите? А мы уравниваем. Не надо так уравнивать. Разравниваете, и что потом нужно с ним сделать? Есть. Есть? А замораживать его не надо? Нет. Нет? Нет. Точно нет? Да. Нет, да. Не надо. Так.
Ну-ка, хватит, остановитесь. Вы же еще не сделали ничего. Когда там вот тут уравниваем. Ну не надо ничего уравнивать так, потому что мороженое-то не будет. Алиса, Егор. Мы до ровного так сделаем. Так до ровного вы сделаете, а что потом с тортом будет? Торта-то потом не будет? Вот будет. Так. Мы дальше вот дойдем. Все. Что дальше нужно делать? Рассказывайте. А то сейчас вы все съедите. Его сначала нужно уравнять, потом поставить его в морозилку. Так, все, ставим в морозилку. Угу. Да? Угу. На сколько в морозилку ставим? На 5 минут? А вы за эти 5 минут не съедите пока до холодильника? На 100 часов. Мне кажется, торт мороженое сейчас испарится, пока он дойдет до морозилки. Да. Я согласна, ты? Так. Ну-ка, все, прекращаем съемки и несем торт-мороженое в холодильник. Потому что это уже будет не торт-мороженое, а пустая чашка с одними кексиками. Или что там у нас, рулетиками. Да? Угу. Все, ставим в морозилку. Все. Так, ну что, мы наконец достали наш торт-мороженое, да, из морозилки. Он у нас замерз. Сейчас Егор будет выкладывать его на тарелку и будем смотреть, какой торт-мороженое у нас получился. Так, ну-ка. Да. Ну, Алиса, смотри, как Егор делает торт. Так. Да. Сюда чуть-чуть. Так. Молодец. Красиво. Все, вот такой торт. Покажи, какой торт получился. Так, вот такой вот получился тортик у нас. Ну что, сейчас мы его разрежем и попробуем. Так, ну что, вот мы наш тортик мороженое разрезали. Егор с Алисой сейчас будут пробовать и оценивать, какая вкуснятинка у нас получилась. Вкусно! Алиса говорит, что вкусно. Вкусно, я молочный. А Егор как говорит? У Егор полный рот набил. Тоже вкусно, да? Ням-ням получилось? Понравился вам торт мороженое? Да? Егор говорить не может. Алиса, скажи. Да. Да? Вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Да? Егор ставит палец вверх, и вы нам тоже ставьте пальцы вверх, потому что вкусненький торт мороженое получился. И Алиса показывает пальцы вверх. Ну давайте, пока рты у кого теперь не заняты, сейчас скажем всем пока-пока, а вы дальше будете кушать ваш торт мороженое, да? Пока. Подписывайтесь на наш канал гостях Ольги с Егором. И ставьте палец вверх за новый рецепт. Алиса, ну ты маленько оторвись от процедуры поедания торта. Скажи пока-пока всем. Алисе некогда. Алисе некогда. Алиса кушает торт мороженое. Алиса! Алис! Все, Алиса у нас ушла в процесс поедания торта мороженого. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. Делайте комментарии. Бам-бам!